Так, обучение фокусу баланс. Вам понадобится 4 туза и 4 джокера. Ну, можете королевы. В оригинале короли были, но я выбрал джокеров. С ними можно как бы не спалиться. Объясню сейчас, попозже. Так, для начала мы берем 4 джокеров. И когда вот так показываем, ставим над нижним брейк. Далее берем тузов. Когда пересчитываем вот так, раз, туз, два, три, четыре, ставим и забираемся. Говорим, положим тузов сюда, а ложим джокеров. Но здесь уже 3 карты, как вы поняли. А здесь показываем, а здесь у нас 4 джокера, а здесь у нас на самом деле 5 карт. Показываем мы их вот так. Как это делается? Сейчас я вас научу. Берем, сдвигаем большим пальцем одну карту, потом указательным, средним, и все. Большой, средний, и вот так должно получиться. Но вы не светите их спереди. Спереди будет получиться вот так. Вот. Итак, вы показали 4 карты. Вы запомнили, здесь у вас дабл. Берете дабл, скидываете. Ну, чтобы не спалиться. Еще, еще. Здесь последняя карта у вас будет джокер. Вы говорите, поскольку называется фокус-баланс, я положу одного из джокера к тузам, а там джокер уже. Говорите, баланс восстановится, потому что здесь будет 3 карты, а здесь 4. Показываете, что здесь уже тузы вместо джокеров, а здесь джокеры. У зрителя это как бы такое впечатление неожиданно, как так. Вы говорите, я повторю это еще раз. Берете 4 джокеров, ставите над верхним джокером брейк. Далее, вот так в разброс берете джокеров, и когда вот так делаете, забираете этого одного джокера вниз, и вот так делаете. Так, если потренироваться сделать быстро, получаться будет нормально. Ну, я сейчас спалился, в принципе. Потом переворачиваете джокеров, здесь уже 3. Далее считаете первый туз, второй туз, третий туз, четвертый туз у вас дабл. Дальше вам нужно сделать вот это обманное движение, положить 3 карты. Как это сделать? Смотрим, сюда, 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 сюда. Но вы должны это сделать быстро. Это как бы не очень заметно будет. Но нужно быстро сделать. Так, вы положили 3 карты. Сюда, джокер первый. Далее. У нас здесь 5 карт. Показываем 4. Сдвигаем 2. И одним пальцем еще 2. И эти карты не сверху ложим, а 2 туза, 2 туза под вот эту верхнюю и 2 нижние. И у вас вот так должно получиться. Далее что вы делаете? Вы говорите, я могу их поменять визуально, но это будет... А, нет, вы показываете, говорите, я вам покажу эти карты. Кстати, брейк под нижний, если вы джокеров покажете, свистываете одного, подлавливаете сюда. Снимаете 3, потом еще одного, еще одного. Покажите 4 джокера. На самом деле их только 2. Так. 2 туза, вернее. Вы показали, что 4 джокера. Говорите, я могу поменять их визуально. Берете одного туза, просто накрывайте. Это чтобы переместить отвлечение, как бы. Когда у вас карты в таком положении, вы делаете 1, 2, 3. Здесь у вас 2 карты. И показываете. Туз треф. Ложим сюда. Джокера ложим. Раз, два. Три не делаем, потому что раз, два. И здесь дабл. Туз буби. Ложим сюда. Раз. И два. Туз треф. Туз буби. Я говорил, почему сначала делать с джокерами. Потому что вы, когда их переворачиваете, не видно... У них номиналов, они одинаковые джокеры.
А тузы можно еще спалиться. Так что или с королями, когда будете делать, прикрывайте их не номинал. Так что вот так. Говорите, у вас 10 трик. Говорите, последний туз, туз буби. Говорите, я одного из джокера перенесу к тузам, а туза к джокерам, и у вас автоматически здесь 4 джокера, а здесь 4 туза. Вот такой вот офигенный фокус. Ставим плюсы. Всем пока.